обещал помочь в расследовании инцидента. Следствие еще не завершено, а уже обвиняют чеченцев, которые к тому же также тяжело ранены, негодует Кадыров. Но, по всей видимости, чаша терпения у главы Чечни все же лопнула. Всем выходцам республики, которые работают и обучаются в других регионах федерации, Кадыров посоветовал либо интегрироваться в общество, либо вернуться домой. Заступаться за них он больше не намерен. Причиной участившихся драк назвал праздное поведение чеченцев. Драка у торгового центра «Европейский» между чеченскими студентами и болельщиками «Спартака» произошла около недели назад. С ножевыми и огнестрельными ранениями в больнице Москвы были доставлены несколько участников инцидента. Пострадавшие есть с обеих сторон. Позже история получила продолжение. Столичные правоохранители совершили рейд в Академию Маймонида, чтобы, по их словам, пообщаться со свидетелями драки. Однако беседа вылилась в очередное побоище. На помощь прибыли бойцы ОМОН, которые задержали чеченцев прямо во дворе учебного заведения. Пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов.